за это время в туре мы все очень устали и вымотались, но, несмотря на это, получили море просто энергии. Я рада вложить все свои силы и сделать все возможное для того, чтобы в нашей стране было больше таких мероприятий, и мы поднимали эти темы, потому что они сейчас как никогда важны для нашей нации. Не имеет значения национальность, не имеет значения, на каком языке ты говоришь. Главное – любить свою страну и быть человеком, который хочет изменять ее, который делает что-то для того, чтобы она менялась к лучшему. Мне очень понравилось в этом туре, что я познакомилась с новыми людьми, начала выходить на сцену, петь, дарить творчество людям. Я знаю, что будет все хорошо. Вместе мы изменим нашу страну к лучшему. Вместе мы крутая, прогрессивная, двигающая молодежь. Мы хотим показать, что вместе мы – сила. Сила, которая может поднять нашу страну с колен. Сила, которая может поднять нашу страну на любую высоту, которую мы только захотим. Давайте вместе будем менять нашу страну и будем на самом деле делать ее такой, как мы хотим ее видеть. Привет, я Артем People Insight. Я хочу сказать, что мы очень рады, что с ребятами смогли поучаствовать в этом туре. Следите за новыми новостями, будут новые концерты по учебным заведениям, по школам. Мы очень любим ездить по школам с ребятами. Это для нас реально что-то новое. Это новые знакомства, новые друзья, новые слушатели. Вот, мы любим вас. Все очень понравилось, все энергично, весело. Все молодцы. Привет! Все, группа The Promise рулит, выступайте почаще, особенно ритм-секция рулит, да. Мне очень все понравилось, тут очень добрые люди, я их очень люблю и вас всех люблю.
Очень классный тур, нам очень понравилось выступать здесь, и серьезно, мы хотим продолжать году, дальше. Да, продолжать дальше, да. Развитие. Лиза просто срывает с языка все, что я хочу сказать, да. Развиваться в я этом люблю плане. Вмешиваться я в диалог. Да. Все, спасибо большое. Все, всем всего доброго, до свидания. Не можем. В общем, ребята, офигенные эмоции, офигенные, все офигенно. Я вас люблю. Только что прошел концерт Made in Ukraine, это было очень круто. В школе, конечно, было поменьше артистов, но здесь было намного больше, это было очень круто. Я очень рада, что я пришла сюда. Привет, меня зовут Катя, я была только что на концерте. В общем, все было круто. Добавляйтесь ко мне, друзья. Все. Вот и подошел к концу очередной школьный тур в рамках проекта Made in Ukraine. И за это время мы охватили 11 учебных заведений и провели большой гала-концерт. И это сотни подростков, которые услышали самое лучшее о своей стране, ну и самое главное о том, что все зависит от них. И мы надеемся, что это только лишь начало, и концертов будет больше, и охват аудитории будет больше, география будет больше, и мы как творческие личности, как творческая команда сможем внести свою лепту в строительство той Украины, о которой мы мечтаем.